Ну то, ребята, поиграем. Схватка с боссом. И мы выбираем наш танк. Это будет у нас Феникс. На Фениксе поедем. На зелененьком Фениксе. Ага, первый босс у нас удар грома едет. Сейчас мы его прожарим. Встаем сюда поближе. Или, может быть, не стоит сюда, чтобы стрелять ничего. Не, нормально. Давай. Все, прожарим его. Прожариваем его. Оп, есть, готов. А была ремкомплект, не всем случае. Значит, мы не взяли ремкомплект. Так, что у нас там получается? 53. О, этот стрелять не счет. Ладно, сейчас мы его здесь прожарим. На, готов. Следующий босс у нас... Угу. Армада. А, легион. Угу. Сейчас мы сюда подъедем, и здесь будем стоять. Вот, он сейчас начнет нас стрелять, смотри. Все, пошел, пошел, прям в меня стреляет, а? На тебе, готов. Есть. Первые 100 монет. Так, нут. Ну, он не сложный танк, в принципе. Сейчас мы даже подъедем к нему поближе. И вот сейчас мы его прожарим. Да! Давай, куда убежал? Угу. Убежать решил. О-о-о! Так, гонец ада. Так, 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 вертолетик, вертолетик, ребята. Ух. Так, убежали мы от него. Давайте здесь встанем. Сейчас он подъедет, подлетит, мы его сейчас прожарим. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, не хватило, да? Ну что ж. Подожди, подожди. Вот так. Ух ты, а чё ж ты так близко-то не подлетаешь ко мне? Давай, давай, поближе подлетай. Готов. Так, где-то 40 монеток дают нам за одного босса. Так, рано, 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 стрелять не начал. Что ж, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, опростоволосился. Опростоволосился два раза. Просто у меня что-то там очень такой быстрый. Чересчур. Так, готов. Так, за вертолетчика побольше дали. И у нас едет лазерная пасть. Босс. Лазерная пасть. А, давайте здесь подождем его. То есть подъедет поближе. А, 250 монет у меня. Сейчас посмотрим, сколько у меня за лазерную пасть дадут денежек. Ты там где? Едешь? О, что ты долго. Долго что-то ты едешь. Так, стрелять начал, да? Ты такой... Ах, ты такой жук. Жук навозный. На тебе. Так, сколько дадут монет? Вот, уже по 50 монет. И следующий у нас повелитель. Мощный танк такой вот. Я знаю, как его побороть. Победить. О, меня немножко лазером прожаривает. Но мы его сейчас уничтожим. Есть. Так, уже 400 монет. Так, закольцовка пошла. Пошли танки на повтор. Ждем, ждем танк. У нас удар грома. Вот он под... Ух ты, стрелять начал. Ах ты такой, вонючка. Ладно, сейчас мы здесь спрячемся, в принципе. И тебя поджарим. И давай, едь, 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 едь. Далеко ты не проедешь. Почти что 100 монет дали за босса. Вот, сейчас хорошо нам... Хорошо бы нам подзаработать. Так, давайте немножко назад и вперед поехали. Где вот он стоит. А, стрелять начал, смотри. Прям меня стреляет. Ну, давай уже, погибай. Есть. Почти что 600 монет. А, легиончик, легиончик. Ну давай, ладно, мы сейчас немножко сюда назад поедем. Вот здесь встанем. И, в принципе, уже можно ехать. Во! Сейчас здесь встанем. Как раз он меня особо не заденет. Давай, 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 уже прожаривайся, наконец. Есть. Следующий у нас, ребятушки, кнут. Так, уже по 100 монет дают за сбитого босса. Уже лучше. Так, ладно, так, назад немножко. О, уже начал стрелять. Уже начал стрелять, он, кнутик этот. Ну давай, кто кого? Но! Давай быстренько его прожарим. Есть! Готов.
Так, вертолеты пошли. Так, гонец ада, он как бы не особо сильный, но... Ох ты! Так, немножко прожарили, да, мы там? Ждем, когда подлетит. Все, можно теперь на него пускать огонь. Ждем. О, все, стреляем. О! Чуть-чуть осталось тебе, чуть-чуть. Да, достали мы его. Вот, уже 100 монет. Даже больше, 120, кажется. Так, ну смотри. У нас сейчас 950 монет. Сейчас мы его быстренько прожарим. Давай, бомбардирчик. Ё-моё. Сейчас посмотрим, сколько мне дадут денег. 950 было, стало 1100. Ух ты, 150 монет? Весьма. Так, лазерная пасть. Так, что ж, как мне с тобой быть-то? Ладно, давай, подъедем поближе. О, сейчас стрелять начнем, смотри. Ага. Главное не попасться ему под лазер. Вот, как он так стоит, нормально. Вот, смотри, 1100 было, стало 1200. То есть, да, 150 монет практически. Практически 150 монет даю за сбитого танка. Так, следующий у меня повелитель. О! Ё-моё, смотри, надо. Что же, как же с этим повелителем-то разобраться? Так, ждем. Ого! Стрелять начинает как быстро. Угу. Так, ну до 1500 мы добежим по монеткам. Сейчас посмотрим. Удар грома. Блин, здоровье, Русланики. Надо было мне что-то ремкомплект брать. Чуть я не подумал. О! Ай-яй-яй, меня прям стрельнул. Ах ты гад. На, получай. Нет, не дамажишь меня. Все, наконец-то. Все, 1500 у нас есть стабильно. Так, следующий у нас армада. Опасный танк. Что ж мы с ним сделаем? Может быть, применим ему бомбочку? О! Так, смотри, он еще и живой. Какой живучий, а, слушай. Ладно. На, мы здесь отсюда встанем. Хорошо, прям стоим. Сейчас мы его прожарим. Все, готов. Еще 700 уже монет. Следующий у нас Легион. Ну, давай. Давай, подождем его. Немножко отъедем сюда. Так, Легион, чем он стреляет? Я уже забыл. Че у тебя там? А, ух ты, это опасно, слушай. Надо было мне сюда встать. Сюда, давай, успеем, нет? Вот, успели. Подъехали, ждем, пока он поднимется. Так, все, поднимается. О, не успели, ребята. Давайте его прожаривать. Так, один раз меня попал. Ну все, готово. Почти что сейчас мы, если 2000 мы наберем, это вообще круто. А, 2000 монет. Так, с этим как? Как этого поворотить? Надо его поближе к нему подъехать сюда. Вот, вот так вот встать. И прожаривать вот. На! Да ё-моё. Ах, ты сколько кидаешься в меня. Как же ты кидаешься? Много. Слишком много кидаешь в меня. Бомбочки свои. Все, уничтожим. Эх, получится мне два вертолета уничтожить или нет? Ах, нет, не получилось. Убили меня.